Можно взять заказ, подойти. Думаешь? Ну, иди, вперед. Давай, подходи, подходи, подходи. Дзинкуеми. Идем. Идем туда к окошку. Сынок взял свой заказ, да? Ну, класс. Привет, вы на канале Оскар ТВ. И сегодня мы пришли в Макдональдс. В Макдональдс мы пришли? Да. А и что же мы купили? Игрушки Angry Birds. Happy Meal, Angry Birds. То, что сейчас во всех Макдональдсах во всего мира. Ну, давай открывай скорей. Давай. Даже вон есть водичка такая, да? Смежная свинга. Довольно. Живицдруй называется водичка. Очень хорошая. Так, водичка. Доставай, что там есть. Игрушка. Игрушка Angry Birds. Какой тебе номер положили? Наверное, не тот номер положили. Показывай. Мы хотели... Этот же, да? Большой пакетик, слушай. Большая игрушка, наверное. Угу. Ну, распаковывай ее. Не получается? Купи. Наверное, Оскар еще не покушал, да? Еще силы мало. Я думаю, не получается? Давай помогу. Или сможешь? Вау, да ты силач. Ну, вот выставляй. Катапульта. Что это так? Катапульта. Катапульта с яичком. Яичко это у нас такая кнопочка, на которую нажимаешь, да, и она вылетает. Это что у нас? Уды. А что это такое? Так, ну это я поняла. Это ящичек. Такой вот ящичек. Куда мы должны поставить вот такую вот свинку. Вот на этот ящичек мы ставим свинку, чтобы в нее пуляться. Вай, Оскар, что ты делаешь? Ну давай показывай, что надо делать, сынка. Так, птичку вставили. Нажимаешь, она должна улететь. Ну, и она улетела. Догоняй. Так, а вот это что такое интересное? Давай посмотрим инструкцию. Инструкция. Инструкция, да? А, видишь, так как птичка летает высоко, нам нужно поставить вот эта подставочка для свинок. Смотри, это ставишь сюда и ящичек, и ставишь сюда свинку. Вот. Ну что, давай попробуем пульнуть нашу свинку. Заряжай патрон. Так, ну-ка, ну, целься. Прицелился? Есть! Ты сбил, сынок! Все сбил! Какой ты умничка! Классная игрушка вообще, супер, да, сына? Вообще. Клевая. Давайте птичку посмотрим еще поближе. Вот такая вот птичка желтая. А если посмотреть коллекцию, то мы должны собрать 8 птичек со свинками. Мы будем собирать, да? Что у тебя еще есть в этой коробочке? Интересно? Ты же нам покажи. Вкусная водичка? Супер. Апельсиновый. Апельсиновым вкусом? Угу. А может яблочный вкус? Нет, апельсиновый. С апельсиновым вкусом водичка? Угу. Доставай, что у нас еще есть там в этой коробочке? Сок еще. Сочек покажи. Да, вот у нас в каждом Happy Meal можно на выбор или яблочко, или вот такой вот сочек попросить. Потом Оскар очень любит помидорки. Он не любит у нас картошку фри. Он любит у нас только фрукты, овощи. И так как сейчас завтрак, то мы купили... Что купили? Вкусный тост с шинкой и сыром. А тут еще вилочка. Вот такой вот тост мы купили. Вилочка, если кушать помидорки. Ну что, сынок, садись скорее кушать. Mm-hmm. Ось он наминает сочек, да? Вкусный, сынок? А каким вкусом ты пьешь? Яблочным и морковным. Яблочно-морковным? А я еще банан вижу. Mm-hmm.
мимо, 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 промазал, промазал, промазал. Ну, глаз алмаз, давай. Прищурься и стреляй. И... Но... Не попадешь, не попадешь. Не попал. Но я вообще попал. Свинка, наверное, радостная. Радуется эта свинка-пират, что Оскар не попал. Или ну, все-таки... Сейчас. Ну давай, ты должен попасть. Не, это близко, с той стороны. Давай, 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 стреляй. Yes. Она попала. Давай. Да. Если вы не подпишетесь на мой канал, я вас стрельну птицей. Птицей будешь стрелять из Angry Birds? Да. Я боюсь, 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 боюсь. Ставьте лайки.